День. Скажите, пожалуйста, а как вас зовут? Людмила Николаевна. Людмила Николаевна, вы живете здесь, у вас есть ребенок, да? Дочь с ребенком. А, дочь с ребенком, внучка. Да, с внучкой. И вы живете здесь. Это улица Шестакова, да. И мы смотрим, у вас были в дом попадания, вот окна у вас, да, пленкой закрыты. Я вот тут сидела. И завешено, и за... Как, да, тут, да, как во время Великой Отечественной войны все. Без стекол живем, третью или какую-то уже. Пятую зиму будем зимовать, если. Без стекол, да? Да. Смотрю, у вас здесь все потрескано. Ну, содрогалось все, конечно, да. Крышу поднимала и опускала на землю, на место. То есть такие были сильные, сильные прилеты были, да? Да. А сейчас стреляют? Буквально сегодня стреляют. Да, мы проходили, тоже слышали. Да. Постреливали, да? То есть перемирия здесь нет, как такового? Нет. Буквально на работу вот шли недавно, такой обстрел был. Прямо бой. Мы думали, мы не уедем. Автобусы думали, не придут. Это было 5:30 утра. Ужас. Как раз уйти на дорогу. Ой, вернее, по дороге на работу. Сегодня, благодаря одним замечательным людям из Санкт-Петербурга, которые жертвовали свои средства на концерте Юлии Славянской, певица есть такая знаменитая, православная. И вот мы привезли вам продукты, вот наш продуктовый набор. Здесь и курочка есть, и колбаска, и все так понемножку, такой хороший продуктовый набор. И вот благодаря пожертвованиям этих людей мы и навестили вас. Желаем, конечно, чтобы побыстрее настал мир, и в ваш дом больше никогда ничего не прилетало. Это самое главное. Спасибо огромное за поддержку, да, самое большое желание, чтобы это все быстрее закончилось, потому что и ребенок это все перетерпит, у ребенка нет детства, она выросла как раз вот в годы войны, была же дошкаленком, а сейчас уже 4-й класс.